Привет, друзья! Привет, дорогие подписчики! Алексей на связи. Ну что, вот у нас мы все еще на Бахоле. И вот приехали, может быть, вы уже узнаете это место. Давайте попробуйте узнать, потому что мы здесь уже были несколько раз. Нам очень нравится. Не дешевое место, но есть на что посмотреть. Так что вот попробуйте догадаться, что это такое, потому что уже было, вот видите, здесь Марта. И видите, сувенирчики здесь. И вот, кстати, интересно, что вот если кого-то интересуют футболки, такие, знаете, то в этих сувенирных магазинах достаточно недорогие они все. И, в общем-то, красиво нарисованы, так что вот, может быть, мы что-то и купим. Давайте посмотрим. Ну и пройдем. Вот разные футболки здесь. Я помню, мы покупали. Видите, Бахол. Футболки сувенирные. Бахол. Дизайн. Разные дизайны. Видите, ну, такое, да, интересно. Видите, мартышки. Долгопята. Видите. Вот сейчас ждем, когда Раслин подготовит Марту, и мы пойдем посмотрим, ну, потому что уже, в общем, большинство туристических мест мы уже посетили, но вот у меня сейчас гостит в Мангохаус Аксель, мы делаем несколько видео, вы знаете, да, наверное, и вот он говорит, он где-то был в такой пещере, где внутри пещеры морская вода. Я вот даже думаю, но вот не помню эту пещеру, поэтому, может быть, мы как-нибудь и попробуем туда поехать. Вот я его узнаю. Вот смотрите, каламай. Каламай — это специальное такое местное деликатес, что ли, и делается из кокосовых всяких вещей, и, в общем-то, достаточно вкусное. Вот видите, можно немножко перекусить здесь даже. Видите, такое кокосовое. Здесь что? Ага. Вот бананы жареные.